Первое утро Нового года жителей Даугавпилса ожидал поистине зимний сюрприз. Земля и деревья были укрыты пышным снежным покрывалом. Такая погода установилась на несколько последующих дней. Пока кто-то с радостью воспользовался редкой возможностью и отправился кататься с горки, лепить снеговиков и любоваться живописными зимними пейзажами, городские коммунальные службы в срочном порядке обрабатывали и очищали заснеженные дороги. В уборке даугавпилских дорог задействовано 9 единиц техники. Утром 1 января бригада приступила к уборке проезжей части сразу, как только пошел снег. Работы в особо интенсивном режиме продолжались до 3 января, когда снегопад прекратился. На данный момент практически все дороги города, подлежащие уборке, приведены в порядок. Уборка проводится согласно погодным условиям и нормативным актам. В приоритетном порядке очищаются и обрабатываются противогололедными материалами дороги, по которым курсирует общественный транспорт. Участки дорог с большим уклоном при необходимости обрабатывают несколько раз. Когда уборка этих улиц завершена, техника направляется на участки с меньшей интенсивностью движения. Во время снегопада уборка тротуаров начинается в 4 часа утра, чтобы к 7 часам были обработаны тротуары с интенсивным пешеходным движением. После окончания снегопада тротуары в центре города приводят в порядок в течение 4 часов. Тротуары вдоль магистральных улиц в течение 6 часов, а все остальные улицы в микрорайонах в течение 12 часов. В зимний период жителям необходимо быть внимательными, учитывать погодные условия и состояние дорожного покрытия. В свою очередь водителям необходимо снизить скорость движения, увеличить дистанцию, а также обязательно следить за тем, чтобы покрышки имели соответствующую глубину протектора. Ответственные службы призывают горожан быть взаимовежливыми и не мешать работе снегоуборочной техники, чтобы она как можно быстрее могла приводить в порядок улицы города, делая их безопасными и для автоводителей, и для пешеходов. Сюжет подготовил отдел общественных отношений и маркетинга Даугавпилской городской думы.